Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в One Piece Odyssey. Мы ее не забросим, мы ее допройдем. Так что надевай наушники, из тебя лайкосик, и поехали! Что ж, помнишь, у нас три босса только что было, я их еле-еле прошла. Ты не представляешь, сколько часиков я на это потратила. И автоматический бой, и мой бой, ну... Камень с души, серьезно, прям на голову. Это слишком сложно было, у меня там все полегли. Еле-еле Луфи справился, короче. Ладно, поехали. Надеюсь, что дальше никого не будет. Ни 4, ни 5 врагов одновременно. Какое счастье. Поверить не могу, что сражался с тремя адмиралами. Я тоже, серьезно. Им сказал, что данные с Куба не полны, поэтому они не набрали максимальную силу. Пока что мы победили, а теперь в путь. Как я рада, что я с ними справилась. Это так долго было, мучительно. О, слушай. Надо будет, если что, для превьюшечки взять. Вот. Двумя часами ранее. Ха-ха! Как я рад наконец тебя видеть, божественное дыхание. Огромное тело, которое можно принять за нептунианское зловещий взгляд. Я в точности так, как рассказывал мой дедуля, когда я был маленький. Фига. Фига. Можешь буйствовать как захочешь, не стану тебе мешать. Только хочу, чтобы тебе было понятно, кто твой настоящий хозяин. Что за колымага? А это что за колымага? Все это в моих силах. О, хватит. Когда я хватаю это. Не получится. Моя милая сила. Корабль это или оружие? Если есть система управления, я смогу управлять. И готов рискнуть ради этого жизнью и душой. Разумеется, я не планирую проигрывать. А теперь делай, как я сказал. Так он смог? Ха. Как тебе такое? Божественное дыхание. Он смог. Честно говоря, я не был уверен, что смогу контролировать такое гигантское оружие. Но я сделал это. Я победил. Впрочем, это только начало. Я собираюсь воспользоваться этой силой, чтобы изменить мир. Отвечай мне, божественное дыхание. Кто твой хозяин? Кажется, нам каюк. Корабли со 2 по 6 затонули. Корабли с 7 по 9 не отвечают. Большинство наших союзников уже на дне моря. Поверить не могу. Мы полагаем, что причина всего этого — погодное оружие Вафорда. Эта сила навлекла на нас вызов 5. Подкрепление подходит с тыла. Что же нам делать? Сосредоточься, мы зажмем его 4 кораблями. Нельзя становиться легкой добычей. Это вызов 5. Не прекращайте атаковать, пока мы не убедимся, что гигантское оружие уничтожено. Мне кажется, эти пушечки не справятся. Приводите столько кораблей, сколько захотите. У меня есть время. Я дождусь конца. О, а вот и мы. Адио!
Это ты? Но здесь происходит. Я думала, что ты хочешь остановить божественное дыхание, чтобы снять барьеры и поселиться здесь со своим народом. А теперь произошло это? Ты права, Лим. Ты заслуживаешь правды. В конце концов, это важно. Мне кажется, она сейчас еще обманет и воспользуется. Лим. Спасибо тебе за все. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Лим всегда была опасна. Я не мог позволить ей превратить мою силу в куб и украсть. Теперь мне никто не сможет помешать. Лим пыталась помочь тебе собрать твой народ. Разве вы не были друзьями? Лим? Друзьями? Как тебе могла прийти в голову такая глупость? Насколько мне известно, она была просто удобным орудием. Я в шоке. Ни за что. Каким образом молния сработала на Луфи? Божественное дыхание, собственно, управлять погодой способно. Дождем, молниями и бурями. Если даже твое тело невосприимчиво к электричеству, ему не справиться с молнией, закованной в льдину острыми краями. Так вот, не надо заставлять мне хлопот. Я готов отпустить вас, если хотите. Честно. Что, черт побери, происходит? Теперь понимаешь? Я свободно контролирую все, до чего дотягиваю своей силой. Что? И хотя это гигантское орудие устрашает, оно невероятно послушно. Ты способен контролировать такое огромное оружие? Это довольно-таки опасная сила. Оно не сложнее, чем твой меч. И это тоже моя сила. Когда ты спас меня. Ты сказал, что твоя сила предназначена для того, чтобы защищать людей. Мне кажется, что ты недопонял, Усоп. Я никогда не говорил, что буду защищать вас. Мои руки здесь только для того, чтобы защищать мои собственные мечты. Какой мощный удар. У меня все тело онемело. Я не могу двигаться. Спасибо за эти путешествия в глубины памяти. Мне удалось использовать свои способности, чтобы взять под контроль Лима и украсть всю вашу силу. Возможно, ты ослабила Лим, но все прошло так, как я и планировал. Значит, Лим слабела после каждого посещения мемории из-за тебя. Да, использование силы плода хватит тяжело дается Лим. Правда, не думаю, что она это осознает. В любом случае, у меня сейчас другие дела. С вами я разберусь позже. Но если вы пойдете за мной, я сдерживаться не стану. Постой! Адио! Луфи! Луфи, Лим снова дышит. Она жива? Адио, не виноват. Мысли. Он просто был одинок, как я. Он хотел быть с кем-то. Похоже, теперь Адио будет одиноким вечно. Луфи, пожалуйста.
Помоги ему. Им. Что происходит? Она превратилась в куб? Что это значит? Ну, мне на ум приходит только одно объяснение. Лим тоже была создана кубом. Этого не может быть. Неужели такое возможно? Если и она была создана, вопросы становятся еще больше. Но кто? Зачем? Как? Эти кубы не природного происхождения, так сказала Лим. Это значит, что существует кто-то, кто создал Лим. Но единственный человек на острове, кроме Лим, Адио. Тогда нам придется спросить у него. Подожди, Лим, я обещаю, я верну тебя. Вперед, ребята, пошли за Адио. Меня даже не спрашивай, я настолько в шоке, настолько потрясена этим, что... Я не знаю, что сказать. Я думала, что он реально Лим просто подстрелил. Оказывается, она была, можно сказать, почти не настоящей. Адио направился к южному берегу. Почему так грустно, господи, что происходит? Я думала, это уже реально концовка, они просто мне покажут концовку, но нет. Еще что-то нас ждет. Наконец-то что-то начинает проясняться. Что, Робин? Я вспомнила дневник академика, который изучал Вафорд. Там было описание остатков племени Адио. И вот теперь я думаю, мне кое-что очень напоминает историю Вафорда. О чем ты говоришь? Дискриминация и угнетение, с которыми они столкнулись. То, что всем этим руководил Дозор. И тот факт, что их родина была здесь, на Вафорде. Все сходится с тем, что говорила Лим. Где эти люди сейчас? И их схватили и казнили дозорные. Как до единого. Офигеть. То есть история повторяется? Адио вообще понимает, что происходит, или он под каким-то чуть ли не гипнозом? Давай сохранимся. Поехали. Так, мне сюда. Чопером. Так, ну я даже не знаю, сколько нам осталось. Смотря что нам сейчас показали, я думала, все, это конец, и ролик на 10 минут. Но нет, похоже, что нет. Что-то еще да есть. И когда он сказал, что ждет своих друзей на Вафорде... О ком он говорил? Я не знаю. Там больше никого не должно было быть. Значит, он лгал. Когда сказал, что хочет позвать своих друзей и жить вместе с ними. Но зачем ему лгать? Он же не собирается отомстить Дозору за своих друзей. Не может же быть такого. Хотя это никакого отношения к Лим не имело. Что нам делать, Луфи? Пойдем поищем Адио. Просто подумав, мы не решим, врет ли он нам или замышляет что-то недоброе. Ну, тут ты прав. Я не махну рукой на Лим. Ну погоди, Адио, ты нам скажешь правду, так или иначе. Ага, мне кажется, он чуть ли не под каким-то гипнозом кого-то. Ну блин, это слишком. О, наш кораблик. Он здесь, Адио там, впереди. Это еще божественное дыхание. Я все разнесу. Пошли, мы найдем Адио и вернем Лим. Видишь пророка?
Посмотри, что случилось с дозором, из-за которого мы так страдали. Мне следовало бы убить тебя за твое предательство и бросить твое тело в качестве дани уважения нашим погибшим товарищам. Но сейчас я, как и планировал, восстановлю мир и положу конец проклятию нашего народа. Погоди. Адио, ты ведь что-то знаешь, правда? Скажи нам. А, да чего ж ты настойчив, парень Луффи? Лим превратилась в эту коробку, когда ты ее застрелил. Это Лим? Конечно, сейчас это уже не имеет значения. Что ты сказал? Я не знаю, что Лим тебе сказала, но она пыталась помешать мне. Это для превьюшки, если... Лим говорила, что вы с ней семья. Никакая она мне не семья, а моя настоящая семья погибла. Лим была просто пешкой. Я нуждался в ней, пока не получил божественное дыхание. Просто пешкой. И благодаря суете, которую вы устроили на этом острове, божественное дыхание стало моим. С этой точки зрения, вы с Лим оказались полезны для меня. Но об этом, но об остальном я позабочусь сам. Мне больше никто не нужен. Я собираюсь уничтожить этот мир и создать новый, получше. Я истреблю всех, кто встанет на моем пути. Луффи, соломенная шляпа, это касается тебя и твоей команды. Я обещал Лим, что не оставлю тебя одного. И не сомневаюсь, что удар в лицо выбьет тебя с... из тебя спесь. Какой сражаться, мы не справимся. Слишком поздно, Луффи. Тебе меня не остановить. Теперь еще и торнадо. Когда торнадо двигается, он тоже создает молнии. Гром меня не смущает, но ветер такой, что вот-вот сдует. Так. Я, конечно же, сейчас делаю, смотри что. А, у них всех ближний бой, это верно. А, боевой режим, нет, нет, подожди, подожди, навык. Навык, тройная атака, нет, колыбельная, нет. Вот, всем поднимаем атаку. На 5 ходов. Теперь, кого хочешь, того и бей, короче. Бей эту шнягу. Бей ее. Осторожно, Зоро. Надвигается что-то серьезное. Что с этим делать, Зоро? Нужно быть поосторожней. Так, а с нами только один. Давай, плохое самочувствие. Нет, вот это давай. Нормально. Блин. Он их будет бесконечно призывать? Что это? Прекрасно. Даже не проделал, господи! Сколько у него хп? Сколько миллиардов? В чем дело, пират? Этого мало, чтобы достичь моей души. Придется вам постараться посильнее.
А теперь посмотрим, кто из нас это устоит. А, они деф повысили. Я не могу проиграть. Все? Все? Я надеюсь, что это все. Пожалуйста, 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 хватит. Давай не третий этап, пожалуйста. Я еле справилась. О нет, 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 нет. Поверить не могу, свет божественное дыхание угас. Ты хоть знаешь, сколько я трудился над этим планом? Луфи! Но ничего, я еще могу кое-что сделать. Наверняка где-то в мире есть еще древние артефакты, вроде божественного дыхания. И когда я найду их, я начну все сначала. Его надо арестовать. Эй, кораблик, не трогайте! Сани, в опасности, Луфи! Я останусь здесь. Вы, ребята, защищайте Сани. У меня еще остались дела. Ладно. Знаешь, мне пришла в голову отличная мысль, Луфи. Твой корабль благополучно преодолел шторм во форте. Это хороший корабль, если добавить немного оружия. Он может проплыть по водам нового мира. По водам. Так что решил забрать Сани себе. Я просто счастлив, Луфи. Ты был полезен мне до самого конца. Я его еще отму духу. Мечтай, мечтай. Думаешь, я позволю тебе сделать это? Ха, так и думал. Что ты это скажешь? Но разве пиратский закон не велит брать все, что хочется? Я делаю то, что и ты сделал бы на моем месте. Хорошо. Полагаю, с этого момента я пират. Я перевожу дозорных и пиратов, пока буду уничтожать мир. Перережу. Погоди-ка. А это не сделает меня королем пиратов? А, прости, Луфи. Мир достанется мне. О нет, нет, только не это. Господи, не хочу еще с ним. Ты ничегошеньки не знаешь о пиратах. Ты не сможешь быть королем. Король не отнимает у людей свободу, а ты поступил именно так с нами, Лим. О чем ты говоришь? Я уже слышала это от пиратов, которые раньше переходили мне дорогу. Тот, кто берет все, что захочет. Тот, кто держит все в своих руках весь мир. Считается королем пиратов. Ну что ж, вечеринка в самом разгаре. Может, дадим силе решить, кто из нас прав? Это ведь еще один пиратский закон, верно? Адио, у тебя в руках нет ровным счетом ничего, и я тебе тоже ничего не отдам. Если хочешь назвать себя пиратом, я тебя одолею. Опять битва, ну за что? За что? Я не справлюсь, хватит. Моя сила поможет мне завладеть всем. А, слава богу, мне не надо сражаться. Спасибо большое. Я лучше погреюсь. Холодно. Тебе холодно? Есть некий великан, невидимая рука, которая отнимает у нас свободу. Он управляет всем. Так устроен этот мир. Я видел это уже много раз, и я уже ни во что не верю. Не представляешь, как сложно было пройти тот бой. Как долго.
Так что, пожалуйста, поставь мне лайкосик за старание. И надеюсь, осталось чуть-чуть тогда, что это за узор у тебя на руке. Ты сказал, что это символ твоей семьи. Ты сказал, что это твоя душа. Это то, во что ты веришь. Я не верю ни в кого. Я изменю устройство этого мира. Я собираюсь разрушить все и построить новый, лучший мир. Да неужели? Ты не сможешь сражаться, если тебе не за что сражаться. Что ты сказал? Я сам осуществлю свою мечту. А чё его рука увеличилась? Мне никогда не были нужны ни друзья, ни команда, и меня это не колышет. Четвертый гир. Упругий человек. Вот этого умения у меня, по-моему, не было. Да, у меня не было этого умения. Как ты можешь быть в этом уверен, если сам их бросил? Команда — это то, что ты никогда не бросишь. Значит, мои руки. Так ничего не смогли схватить. Проклятие. Поверить не могу, что болезнь одолела меня именно сейчас. Руки и ноги немеют. Я не могу двигаться. Что ж, это проклятие, наложенное пророкой. Дором должен скоро ослабнуть. В конце концов, он отличный моряк. И, кстати, где пророка? Я даже не думал, что представитель мирового правительства высокого ранга может оказаться таким мелочным. Что? О чем это ты? Вы хотели публичную казнь, верно? Я ослабила его ядом, не убивать, но убивать не стал. Он последний. Приходится вести себя осторожно, когда речь идет о делах такого масштаба. Кто это? Его кто-то предал, походу. Арио, нет, этот глупец прыгнул в море. И так он оказался... Я бежал. Возможно, я хотел умереть. И так он оказался на этом острове. Он сбежал откуда. По иронии судьбы, меня подобрал линкор, которых охотился за нами. Только который, может, тогда. А не который. После того, как я смылся от конвоя, я наткнулся на крошечную заметку в газете, которая привела меня в ужас. Правительственный чиновник был казнен за какое-то дурацкое преступление. И там был изображен Пророка. Весь ли страданий такое предательство со стороны этого человека? Кто-то контролировал нас, дергал за ниточки, как кукол. И цел, Луфи. Мы встали на якорь с другой стороны острова, но нужно поскорее выбраться отсюда. Мы тут все утрясли. Ох,
Давайте побыстрее. Я так холодна. С ума сойти. Тим? Ты снова стала такой, как прежде? Она и была? Может... этой рыбкой. Стойте, погодите! Что-то не так. Дело в глазах. У Лим были голубые. Да. Что же это такое? Я потом объясню. Ты не Лим? Нет. Но с Лим, которую ты знал, все в порядке. Пуля не задела ничего жизненного важного, так что куб не утратил своего света. Серьезно? Это прекрасно, Лим. Понятно. Значит, ты истинная форма Лим. Она была просто твоей копией. Это ты помешала божественному дыханию последней битве, правда? Да, я его установила. Но божественное дыхание покидает людей, которые пытаются им управлять. Включая меня, его жрицу. Да, предполагалось, что наступит конец света. Но их так называемая сила дружбы, то, о чем я давным-давно и думать забыл. Справилась с божественным дыханием, которое должно было уничтожить мир. Я пошатнула то, что я считал своим нерушимым убеждением. Так, это значит, что меня одолела твоя связь. Нет, не так. Тебя остановила твоя связь с Лим. Я знаю, какой ты хороший стрелок. И у меня нет другого объяснения. Ты нарочно не стал убивать Лим. Ну, я не уверен. Иногда и я промахиваюсь. Может, ты и выиграл, но я не собираюсь останавливаться. Когда-нибудь я все-таки построю лучший мир. Возможно, ты не в состоянии этого понять, но я должен пройти свой путь и должен сделать это один. Адио, ты не один. Ты меня бесишь, Манки де Луфи. Это символ моего народа. Закопай его, отдай кому-нибудь, в общем. Сделай с ним, что хочешь. Думаю, мне придется снова продемонстрировать этим мерзким дозорным мою силу. Но не позволю им еще больше испакостить важное для нас место. Что ты делаешь? Эй, Адио! Заботьтесь вместо меня во Форде. Это остров моей семьи. Эй, Адио! Эй! Холодина. Значит, от куба. И есть Лим? Мы можем что-нибудь с этим сделать? На кубе есть отметка. Возможно, Адио знал. Райлим? Ты Лим? Верно? Все правильно. А ты Луфи. Ты любишь свою команду и любишь поесть. Какое счастье! Это чудесно, Лим! Господи, значит, это не печальный конец!
все хорошо. Только куда тот умотал, непонятно. На своей вертушке. Карлсон, блин. Но... Значит, Адио нет. Видишь ли? Спасибо, что спас меня, Луфи. Такое ощущение, что божественное дыхание сломалось. Ужасно терять такую силу, но ему уже не поможешь. Да, раскрылась очередная история, которая лучше бы никогда не случаться. Давайте вечеринку, конец, там не знаю чего. Не спустя несколько дней после боя с Адио. Блин, две лим это слишком кринжово. Не верится, что ты никогда не устаешь махать этой штукой. Ему нравится, оставь его. Это называется тренировка. Если тебе так нравится тренироваться, почему бы не сразиться с парочкой сильных врагов в Мемории? Хватит нас уже. И без того из ушей лезут эти сильные враги. Согласна. Да, сила к нам вернулась, так что хватит с нас опасностей. Какая жалость. Значит, сокровища вам не нужны. Кто? Зоро, Усоп, Санджи. Все, Нами включилась. Зовите всех, нас ждет новое приключение. Только так это и могло закончиться. Мы правда пойдем? Ну конечно, ваша жизнь в обмен на сокровища, что может быть лучше? Прекрасно, рисковала бы собственной жизнью. Ищите этот куб мемории. Нам просто искать желтые кубы. А что делать, если мы найдем такой? Узнаете, когда найдете. Да ладно, поиски желтых кубов. Какая же это тренировка? Значит, не хотите попробовать? Скажите, если придумаете. Итак, конец. Подготовьтесь к путешествию, поговорите с Лим. Ты уезжаешь? Я помогу собраться. Мы готовы. Груз на борту. Можем поднять паруса в любой момент, Луфи. Ладно, тогда соберу всех. Йоу, отлично, мы с Бруком доставим это на борт. О-хо. Это не легкая работенка, так и спину сломать недолго. Как же я буду со сломанной спиной? Стой, Луфи, мы тоже пойдем. Нами, мы отплываем. Луфи, или... Ладно, поднимаем паруса. Нами, я решила построить на этом острове много-много домов. Когда-нибудь я построю большой город, как те, в которых мы с вами побывали. Лим, значит, ты будешь мэром огромного города, когда мы вернемся. Как, мистер Айс? Ага, наверное, придется. Что? Что? Со мной все будет хорошо, Нами. Потому что мы пришли... Адио. Нет, мы сейчас здесь только благодаря тому, что вы прибыли. Так что спасибо, Нами. Ну хорошо, обещаю, мы вернемся, так что береги себя, Лим. О, вот она. Ну что ты смотришь, Робин? Я смотрела на эту картину.
Это Вафорд, место, где мы родились. Да. То место, где жил прапрадедушка Адио. Прости, что я не сказала тебе. Я узнала об очередной давней истории в этом приключении. Этого достаточно для меня. Кстати, почему у тебя такое же лицо? Она была сделана из моего куба памяти. Куб памяти? Что это? Это долгая история, но я вам расскажу. 200 лет назад мировая знать Мари Джоа захотела получить контроль над божественным дыханием, и началась война. Если бы божественное дыхание использовали для злых дел, существование всего мира было бы под угрозой, поэтому мы не могли позволить им захватить его. В битве в небе у нас было преимущество. Воины острова защищали остров от врагов. Но в конце концов, наш остров упал в бескрайнее синее море. Именно тогда все его жители... Понятно. Когда остров упал, я была с божественным дыханием. Мне удалось выжить, но я не могла двинуться. Так что я ушла в гибернацию внутри гиперхолодного барьера, который поставила, чтобы божественное дыхание подчинило само себя. Я хотела, чтобы уцелевшие колосы защищали башню. В то же время я создала Лим из моих воспоминаний. Она должна была следить за состоянием острова. Ах, вот оно что. Почему ты так удивлена? Я мало что помню с того времени. Кажется, я создала куб, когда была на грани смерти. Похоже, не все мои воспоминания были извлечены. Вот почему мои воспоминания о прошлом такие размыты. Ладно, неважно, я понял. Вы обе Лим, верно? Ты правда понял, Луфи? Он не понял. Он не понял. Прощай, загадочный остров. Нелегендарный остров Вафорд. Не могу поверить, что это тот таинственный остров, на котором они так давно изучали погоду. Почему руины на этом острове так похожи на те, что мы видели на погоде? Может быть, весь остров и не падал? Тогда историю и культуру здесь кто-то восстановил. Это вполне возможно. Может, это как-то повлияло на Харидаса и остальных? Возможно, но это просто теория. Я была бы счастлива, если бы это оказалось правдой. Лим. В тот день все исчезли. Те люди, которые жили здесь, погибли. Только смертей из-за эгоизма мирового правительства. Они все скрыли и обвинили народ Адио, который ни в чем не был виноват. Это отвратительно. Понятно, почему Адио так злится. Выходит, мы теперь знаем тайну. Да, страшную тайну. Это история. История народа, который построил этот остров и потом искал его. Странствующий клан потерял свою родину. Они не были преступниками. На самом деле, этим несчастным людям просто некуда было идти. О том, что их обвиняли несправедливо, станет известно не скоро, но мы с вами опять узнали пару грязных секретов. Как бы ни старались люди переписать историю в собственных целях, правда никуда не девается. Всегда остаются следы. Мы знаем правду, и это уже что-то. Так что мы можем и дальше путешествовать с нашими верными друзьями. Что такое, Робин? Ничего, пошли. Ну все, пошли. Ого. У нее были только что зеленые глаза, она посмотрела в небо, они стали голубые. Я долго была одна, пока на остров не прибыл. Были Ади и его команда. Но теперь вы здесь, и я знаю, что Адио тоже непременно когда-нибудь вернется. Божественного дыхания больше нет, зато мы все вместе защитили остров. Все будет хорошо, Луфи. Я не стану лгать самой себе, буду защищать то, что важно для меня. Вместе с друзьями, которые чувствуют то же самое. Даже если мы иногда спорим, я все равно буду делать то, что необходимо. И я не стану больше скрывать свои чувства. Это вы меня научили всему этому. И хотя нам пришла пора разделяться, наша связь не разорвется никогда. Да, мы друзья. Зови нас, если потребуется, мы сразу примчимся. Да.
Да, обещаю. Мужчина всегда спешит на помощь леди. Я Усоу приведу с собой 8000 моих верующих. Не беспокойся. Зови, когда понадоблюсь. Обязательно. Вот и все. Вот и все. Пора. Пора. Ребята, конец. Пожалуйста. Да, в путь. Тогда вперед. Вперед. Спустя 50 серий. Спасибо вам всем. Пока. Не беспокойся. Похоже, кое-кто стал немного искреннее. Все будет хорошо, пока вы будете работать вместе. Удачи! Если мы еще когда-нибудь встретимся, я приготовлю для вас, дамы, что-нибудь совершенно замечательное. Все реликвии на этом острове бесценны, и прошу тебя ухаживать за ними как следует. Если в будущем здесь появятся новые островитяне, непременно расскажи им свою грандиозную историю. И не забудь упомянуть меня. Тор Вафорда очень силен. Так что будь осторожна. Вы помогаете друг другу? Это так мило. Ты умница, Лим. Ой, обещаю дальше исполнять песню «Луч спасения», которую ты меня научила, Лим. Пока. До скорого, Лим. А, спустя столько серий. 50. Можно сказать, наверное, часов 50 почти наиграли. Ай. Это я закончила. Это что такое? Вице-адмирал Смокер, почему выбросили рапорт? Капитан будет в ярости. Ничего, подойди вместо этого такой рапорт. О, капитан! Но этот рапорт не содержит никакой информации об этих девушках или о крушении гигантского оружия. Хватит, немедленно отправляйте рапорт. И как я ввязался во все это? Эй, Адио, ты ведь собираешься вернуться, правда? Обещаю, к тому времени, как ты это сделаешь, я что-нибудь придумаю. Не надо. Не надо, все так хорошо. Не надо, ничего не придумай, пожалуйста. Одной. Полагаешь, Адио когда-нибудь вернется на этот остров? Скорее всего, если он еще жив. Вряд ли. Адио просит, Лим бросит. Да, ты прав. Он не из тех, кто легко соглашается сыграть в ящик. Надеюсь, Адио скоро вернется к Лим. И тогда, думаю, Лим уже не будет так одиноко. Да, если Адио вернется, и Лим уже не будет одиноко. Можно будет считать, что вся эта история с Вафордом была не зря. Будем надеяться. Но все-таки это Вафорд очень странный остров. Да, а путешествие по морю вообще что-то с чем-то. Но с другой стороны, заново пережить наши прежние приключения было довольно интересно. А теперь мы люди будущего, а не прошлого. Верно, Луфи? Да, капитан! Точно. Заканчиваем игру, капитан! Лично я собираюсь стать королем пиратов. Отлично, давай в другой игре. О, еда. Я приготовила особое блюдо из того, что нашлось на Вафорде. Блин, я тоже очень голодна. Давайте не дразнить, пожалуйста. Ого, на вид вкуснятина. Сколько еды! Я тоже хочу очень сильно из-за всех этих боев, сколько я проделала, пора покушать. Кубик?
Наконец-таки. Это конец. Это наконец-таки конец. Я представляю, как я рада, господи. Спустя 50 серий мы это сделали. Мы это сделали. Эта игра просто у меня бьет рекорды по всем. У меня нету столько прохождения ни по одной игре. Ни по одной. Даже 20, по-моему, серий. Ну, где-то, может, 20 есть. Это Хогвартс у нас был. Это что-то с чем-то. Слушай, напиши твою реакцию. Вообще, как тебе концовка, когда пострелили нами, Лим? Я вообще ошарашила. И конец. Какой счастливый и хороший. Я так предполагаю, что потом можно будет еще возвращаться, что-то играть, все равно играть в эту игру. Так что, если ты хочешь, чтобы мы что-то там поискали, секретики, допрошли то, что где-то что-то мы не допрошли, и тому подобное, то пиши об этом в комментариях. Я могу снять еще пару роликов, всякие секретные штучки, там еще какие-то были мини-катсцены, которые мы никакие не видели, и тому подобное, кстати. Да. Ну все. На этой счастливой ноте, свободы. Мы заканчиваем. Так что, все, с тебя обязательно лайкосик, обязательно комментарий, финалочки, как тебе. И, если ты здесь первый раз, подписывайся на канал, ставь лайкосик, колокольчик, и лайкосик, да. И все, все ссылочки на соцсети в описании канала, и всем пока.